Привет! Наконец-то я добрался до озорной семейки. Хотя, что я в конце концов, долго шел к этому? Нет, на самом деле я просто забыл о существовании данного мультсериала. Но сейчас, благо, помню. И поэтому представляю вам ляпы в некоторых его сериях. Кстати, в последнее время вы меня очень радуете, друзья. На канале почти 54 тысячи подписчиков. А с момента достижения отметки 53 тысячи не прошло еще и недели. Впрочем, и я вас хочу порадовать. Приятного просмотра. Обратите внимание на этого пса. На нем форма. Однако, если смотреть с другого ракурса, ее нет. К тому же, куда подевался этот новобранец? Дядя Вальдемар со смены кадра оказывается без баранки. Позже и в связке их становится меньше. Рекс в очках, ну очевидно же. А вот тут неувязочка. Последовательность кубиков в башенке такова. Желтый, синий, желтый, синий, желтый и синий. Проходит несколько смен кадров, на месте синего кубика оказывается желтый. То, что у Рекса пропали очки, еще не беда. А вот то, что у Бублика вдруг исчезает чубчик на голове, уже страшно. Дина стоит, ну, скажем так, на боковой части рисунка на мячике. Смена кадра. Девочка все так же стоит, не меняя положения, но на верхней части рисунка. Посчитаем количество гостинцев. 3. Проходит несколько сцен, леденцов становится 4. Вот и все. Оцените, пожалуйста, видео по достоинству и подпишитесь на канал. Всего доброго, пока!